говорят, что самые популярные ролики в интернете – это распаковка в исполнении малолеток. Ну, я такие высокоинтеллектуальные ролики не смотрю, и у меня все больше там вычье-старичье, там типа Парфенов, Минаев, Матершинник, Тёма Лебедев, ну, в крайнем случае, там, новостной блок от Давыдова, но не более того. Вот, поэтому я решила сделать альтернативную распаковку в исполнении стариков. Это картина. Картина заказана специально у художника в Калуге. Картина к 3 сентября. Да, не надо смеяться, что сейчас октябрь, а картина заказана к следующему 3 сентября, потому что готовься они летом, а картину к 3 сентября в октябре. Ну, забуду просто потом. Вот. И вот сейчас мы будем ее распаковывать. Я еще не видела, что мне написали, но тема определена. Горят костры, рябины, красные, ну, в общем, все как положено в той песне. Ну, чтобы не просто банально бухать и петь в караоке, там, рябину на коньяке бухать и 3 сентября петь, а чтобы был какой-то антураж, была какая-то эстетика. Очень волнительный момент, потому что даже не могу предположить, что там будет. Попросила фирменную такую улитку. Я на всех картинах, которые я заказываю, я всегда прошу написать улитку. Вот это... О, какая упаковка! Смотри. Пузырик потом выдало. Она еще влажная, это еще пахнет лаком. Вау. Такие. Горят костры, рябины. Правда, мне кажется, рябина немного похожа на икру красную. И на калину.